несмотря на все трудности и на этот непростой путь, все равно это, конечно, невероятно интересно. И это огромное удовольствие. И одна мысль от того, что это может случиться, она уже прекрасна. Мы погрузились в этот чудесный мир за эти 3 месяца. Было тяжело, сложно, времени мало, спали мало. Время на творчество было, его было, конечно, меньше, чем при подготовке к, ну, к фильму «На земле», но я надеюсь, что мы еще успеем наверстать это до взлета. В общем, как-то так все это проходило, жизнь изменилась. Конечно, космос меняет жизнь, как же он может не менять? Everything was new to us today. Every 30 seconds brought something entirely new. And we just met the rest of the crew, the cosmonauts and astronauts who've been living on board the station for some time now. But I'm still in a dream. I still feel that it's all just a dream and I'm asleep.